Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это атмосферный вор, золотое издание. Итак, мы продолжаем свои поиски Рога Квинта. Поднялись в какую-то... Получается, мы поднялись в усыпальницу. Именно усыпальницу семьи Квинтов. Но здесь под вопросом почему-то. Скрепы Хамеритов здесь же находятся. Здесь же находится семья Марадов каких-то. И зал упокоения. Окей. Окей. Мы, в принципе, с вами... Это уже вторая серия по... третья уже серия по этой миссии. И мы с вами еще ни разу ничего не нашли. Окей, давайте осматривать. Вы просили, как бы, экономить водяные стрелы. Потому что здесь они будут кончаться очень сильно. На этих зомбарей. Посмотрите, этих зомбарей очень много. Также вы говорили в комментах, что нужно собирать части золотые части тел. Мы вот руку, по-моему, нашли. И они нам пригодятся. Для чего пригодятся, я пока не знаю. Так, погоди. Вот, в принципе... Ой, я выкинул. Нога. Хорошо. Так, я пока сбился с пути. Окей. Если честно, я вообще понятия не имею, в какую сторону идти. С какой стороны начинать. Давайте-ка. Леха, сколько их много. Так, я лучше... Я, наверное, подизбавлюсь от некоторых. Потому что их слишком много здесь. Так. Так. Ох ты, ничего себе. Опа, опа, опа. Сразу двоих. Ты смотри. Так, ну давай еще. У нас 20 стрел. 19. Так. Я промазал, бляха. Все, пока больше не тратим. Просто, чтобы поменьше было, потому что их чересчур очень много здесь. Окей. Остальных будем мочить. Так, то есть вырубать просто. Вот там блуждает еще один. Так, ладно, давайте начнем вот отсюда. Где мы подняли ногу? Ублюдок, где ты? Вот, иди сюда. Я тебя просто вырублю. Тихо. Ну давай, падай. Как он в упор-то подошел, смотри. Все, отлично. Так, рядом с ним не тусуемся, потому что он встанет. Это он кряхтит или еще где-то кто-то есть? Так, нужно быть предельно внимательным. Потому что здесь... Очень много всяких ловушек, очень много всяких штук. Это нам не нужна, да, рука? Там смотри, спуск вниз какой-то. Какой спуск вниз? Смотри, какая-то новая фигура, новая статуя. Это мы оттуда приходили. Понятно, это выход из пещер буриков. Ясно. Какие вообще просто усыпальницы. Да смотри, какая она высокая, какие огромные. Жесть. Так, погоди. Жесть. Так, вот эта золотая, да, часть тела там лежит.
И смотри, здесь чаша еще. Так аккуратненько. Смотри, сколько их много. Бляха, потратить, не потратить. Я не знаю, потратить ли мне еще святой воды на них. Они же выйдут, они же будут мешать. Давайте сделаем так. Ух ты, смотри, прям ваншотит. Я думаю, надо было все... Ух ты, ух ты, ух ты! Ты-то откуда взялся? Просто жесть. Они лезут со всех сторон. Так, ладно. Забираю. Нам все-таки надо... Сколько там? 2000, да? 2000, прикинь. 2000 найти надо. Я думаю, здесь мы найдем. Здесь много всяких склепов затерянных, всяких, наверное, сокровищ здесь много. Да откуда вы беретесь-то, бляха? Ладно. Какие у них рожи, просто ты посмотри. Бежать, падла. Все. И рядом с ним не тусуемся. Окей. Так, смотри. В смысле? Как-то можно наверх подняться? Здесь что-то интересное. Что это? Кстати, слышите, да, вот эта мелодия играет. Гаррет еще и говорил то, что могила с музыкой. Вы написали в комментах то, что это играет сам рок Квинта. Сам рок играет эту музыку. И чем ближе мы к нему, тем отчетливее будет слышна мелодия. Феликс, выглядишь ужасно. Феликс? Да. Что-то потрепало тебя жизнь. Так, это что такое? А, бутылка. Хлебушек, хорошо. Так, съедим. И книжка. Я уже близко, я слышу эхо звука рога, раздающегося отовсюду. Этот трус Сатор сбежал час назад, после того, как Кассер попался в ловушку. Но спорим, я и сам в одиночку найду добычу. Похоже, я не первый расхититель гробниц, роющийся в этих залах. Печально известный Адольф спускался сюда, наверное, за одним из самых богатых, но хорошо охраняемых сокровищ. Видно, не повезло ему, бедняге. В этой части гробниц полно ловушек. Не существует способа ограбить некоторые из этих склепов, но рог будет моим. Я это знаю. Если слухи верны, то звук рога должен сделать всех местных буриков счастливыми и миролюбивыми. Они не станут надоедать старому Феликсу. Единственное, что меня беспокоит сейчас, это мой всеуменьшающийся запас святой воды. Я надеялся, что здесь окажется источник, но будь я проклят, я не могу его найти. А мертвые почему-то становятся все беспокойнее и беспокойнее. Так, в смысле, погоди. Рог Квинта умиротворит буриков. То бишь, если я найду рог Квинта, то я смогу управлять буриками, что ли? Или что это? Или как это? Так, в принципе, смотри, я могу забраться туда наверх по вот этой штуке. Ну ладно, я пока не буду, я хочу здесь внизу еще порыскать, посмотреть. Что здесь есть интересного. Смотри, я, в принципе, могу и здесь подняться. Рук лежит. Так. Сейчас здесь пройдусь. А, здесь тупик. Окей. Так, погоди, а там я все рассмотрел, нет? Мне кажется, я, может, что-то пропустил. Вот это что за звук, я не могу понять. Бляха.
Я говорю, я что-то пропустил. Ух ты ж, мать твою. Смотри, усыпальница чья-то. Что это такое? Посмотри. Звук и что-то светится. Бляха. Так, он не встал, да? В принципе, можно посмотреть, есть что-нибудь или нет. Сверху, если нет, то смысла нет. О, вижу. Окей. Так, это где? Это вот на противоположной стене. Аккуратненько. Там, лежи, лежи, отдыхай, отдыхай. Я тебя не трогаю. Отдыхай. Наслаждайся. Кайфуй. Эйфайрируй. Ништяк. Так, ну в принципе все здесь. Ну в принципе здесь все. Все же, да. А, смотри, нет, смотри, могу наверх подняться. Ух ты ж. Как это ловушки? Так, а пока... Ну, ладно, я сейчас здесь посмотрю. Туда дальше я выходить не буду, потому что... Стой. Потому что еще снизу надо все посмотреть. Так, ну, в принципе, я больше здесь ничего не вижу. Ничего не лежит, да? Ну и ладно. Ну и ладно. Спускаемся вниз. Да бляха, ну вот эти вот лестницы вот эти вот. Ладно, ну в принципе подниматься туда смысла нет. Окей, погнали. Так. Это что такое? Опа. Ой, ёпта! Бляха, напугала-то. Да, дайте пройти. Про факелы, кстати, вы писали, что можно их не тушить, потому что здесь живых людей нет. Так, погоди, а здесь есть что-нибудь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ублюдок, а? Вон там вот за камнями, наверное, что-то есть. Надо как-то быстренько... Оп! Да. Ай-яй-яй-яй, бегом! Ай-яй-яй-яй. Все. Закройте двери! Говнюки. Все, сидите там. А-а-а! Встал! Кирилл такой резкий. Я же испугался. Окей. Так. Ага. Ну, в принципе... Где мы еще здесь не были? Пойдем в ту сторону сходим. Тут еще наверх подниматься, наверное, подниматься. Жесть. Так. Отсюда что? А, это моя стрела здесь. Окей.
Там есть куски мяса. Это сейчас выведет меня. О, нет, что-то новое. Там дырочка, смотри. Возможно, что это ловушка. Как-нибудь, не знаю, подняться наверх. Я надеюсь, она меня не шлепнет. Вон, наверное, кнопка, да? Да фиг знает. А. В принципе, норм. Так. Что вы мне здесь... Что вы здесь покажете Гаррету? О, ништяк. И все, да? Ну там, наверное, просто это... окошко. Вот это какой-то вход. Или нет? Ладно, аккуратно. По этой штуке, по балке, я не пойду. Чтобы не выстрелил он ненароком. Окей. Так. Куда еще не ходили? Куда еще не ходили? Идем сюда. Это тат. А, ну все, я понял. Вон там выходили, короче, кругалядали. Короче, в принципе, низ мы осмотрели весь. Ну давайте по лестнице поднимемся здесь. Леха лежит. Не встанет он, нет? Я так потихоньку. А, я понял. Я понял, куда я поднялся. Жесть. Ты только взгляни. А где они стреляют? А, вон наверху. Ты только взгляни, сколько ходов. Жесть. Ладно. Да, не зря вы писали в комментах, что место довольно плохо. Знаешь, такое ощущение, как будто вот эти сейчас стены, они на тебя, вот так вот просто на тебя. Не зря вы писали в комментах, что здесь... Это место довольно большое. Так, что там внизу? А, я понял, что там внизу. Блин, я поднялся сейчас наверх, чуть повыше. Я там столько пропустил. Да, перепрыгнуть можно. Туда, тут еще на... Ну-ка я вниз спущусь, сейчас посмотрю, что я там еще куда можно пойти. Я просто, я, знаешь, боюсь что-то упустить и заступориться. Ну, допустим, что-то не сделать. Знаешь, как любили раньше в старых играх, как бы. Вот, допустим, что-то пропустил, не сделал, зашел, там двери закрылись, к примеру, да, и чтобы оттуда выйти, надо было до этого что-то сделать. Я думаю, вы меня поняли, да? Так. Куда иду, я вообще не знаю. Охренеть. Гаррет, взял бы какой-нибудь факел, не знаю, с собой, в руку-то. Жесть. Жесть. Так, а что эти бочки? Можно их скинуть? Для физика.
А, я понял, где я. Тьмать. Ух ты, что это же выход? Ни хрена себе. А я выход нашел. Окей. Будем знать, что здесь выход. Только я, правда, дорогу не запомнил ни хрена. Ну ладно. Разберемся, я думаю. Так, ладно, окей, идем. Я думаю, здесь ловушек нет в этом туннеле. А получается, что, в самый верх поднимаешься просто? Да? И выход. Так же, да? Я думаю, так. А, не в самый верх. Извините, обсдался. Так, оттуда я пришел. Но там я тоже, смотри, он пропустил много. Ладно, давай. Давай здесь посмотрим. Раз уж начали. Ух ты. Так, а это деревянные? Ну-ка. Отлично. Что? Тихо. Это ты сказал? Ой, смотри, что я вижу. Ха, прикольно. Это на случай того, что если бы у меня не было этих стрел с веревками, да? Ладно. Респект. За продуманность. Так, это он сказал, да? Предстань передо мной, вор, а то пожалеешь. Ты чё у нас? Бля! Какой хитрый, а я хотел, короче, встать перед тобой. Ни хрена себе. Шмаляет. Кстати, про стрелы вы говорили, что я могу их забирать. Так. Если я ее заберу, то я упаду. Вот так вот. Вот так. Окей. Здесь мы с вами разгадали подвох. Так, ну и в принципе здесь, да, все. Тут выход. Оттуда я пришел. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как? Это только я так могу. Ну, ёпти мать, а. Так, ты, я собрал там у него все. Твои глаза пусты. А веревку ты забрал? Да. Так, ну окей. Ну окей. Продолжим уже здесь, да? Так, он там я был. А, там я, наверное, был. Так, ну окей. Давайте. Здесь сохранимся. Вот на таком вот распутье. Я вот оттуда пришел, по-моему, да?
Ладно. Давайте вот на этом распутье, прямо на эту косточек, вот так вот присядем, короче, отдохнем, сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.